Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И до Нового года на Дальнем Востоке остается уже 9 часов. И вот я уже решил снять видео, чтобы его уже, как бы сказать, приготовить и можно уже будет опубликовывать. Все, кто смотрели предыдущее видео про спиннинг Black Hole Progressor, да, новинку 2019 года, этот обзор, да, там я видео дал намек, и кто этот намек понял, то вот вы сейчас видите, это будет как раз именно розыгрыш данного спиннинга. Вот что для этого нужно. Для этого нужно совсем немного. Нужно иметь открытый аккаунт на YouTube, да, написать свой комментарий и иметь подписку на данный канал. То есть этот самый вкусный жирный розыгрыш будет именно строго только для подписчиков моего канала и у тех, у кого еще открытый аккаунт, я смогу посмотреть, что он действительно подписан на мой канал. Ну, было бы строже еще посмотреть, прожал ли он бодрейшего лайка и тоси-боси лясям-трясям, типа это и все такое. Ну, прям уж ужесточаться мы не будем по-жесткому. Но подписчики все-таки, как бы сказать, обижаются. Мы вот всегда были с тобой от начала до конца. А вот люди залетные заходят, принимают, как бы сказать, участие в розыгрыше. Вот. И чтобы не обидеть своих фанатов конкретных, я вот для них приготовил такой, как бы сказать, нежданчик в виде такого розыгрыша. Что можно посмотреть? Посмотреть можно, что комментариев на порядок ниже, потому что в названии видео не было объявлено, что розыгрыш. Комментарии сразу же в два раза сократились, да. То есть видим, что не каждый народ захотел, как бы сказать, принять участие, потому что некоторые заходят только посмотреть только ради того, когда идет розыгрыш. Видим, количество таких людей сразу же сократилось. Это мы их уже отсекли, а сейчас еще и только для наших подписчиков это все сделаем. Так, это уже лирика. И в принципе, что хочется сказать победителю, что хочется сказать, нужно будет связаться со мной по электронной почте. Адрес электронной почты есть в описании под каждым видео. Победитель должен зайти на официальный канал фирмы Coex, зайти у них там в магазин, посмотреть в наличии, какие спиннинги, прогрессоры есть, выбрать себе соответствующий тест и связаться со мной и мне уже дать информацию, какого теста он, как бы сказать, хочет, да, себе. Ну и, соответственно, отправка спиннинга в любую точку мира за счет победителя, да, потому что, как бы, такая вот вещь. Вот, допустим, мы еще этот спиннинг не отправили, шотган, да, но проблема уже столкнулась, человек выиграл. Со стороны с такой, как бы сказать, отправить туда очень тяжело. И мы сейчас думаем гадать, как это все туда замутить. Да, то есть это не Россия. Вот. Ну, а в принципе, что нам нужно сейчас сделать? Нужно сделать, зайти на мой канал, открыть данное видео. Как мы видим, да, данное видео уже открыто. Нам нужно только вот скопировать ссылочку, перейти в рандомайзер. Вот. Что тут у нас? Вставить данную ссылочку. Вот видео. И мы видим, сразу же определяется количество просмотров, количество комментариев. Еще раз хочу сказать, что видим, что количество комментариев в два раза, ну не в два раза, на порядок меньше, когда в видео не написано слово розыгрыш, да. То есть люди идут именно только за розыгрышем. Вот такая статистика. Видим, что на фоне рандомайзера уже появился мой канал и идет там начало. Ну, а мне осталось определить победителя, нажав кнопочку «Повезет». Вот. Мы это сделали и смотрим, как это все двигается, происходит. Вот уже немного осталось, сейчас мы определим победителя. И победитель у нас Олег Нестеров. Пишет: «Саша, привет, с наступающим Новым годом, спасибо за информацию про спиннинг, здоровья в новом году, успехов в делах, удачи, Олег Нестеров». Сейчас мы будем его вычислять. Где у нас такой Олег Нестеров? Блин, вот это вот сейчас тут тоже такая тема. Из 200 с лишним... комментариев вычислить Олега.
Сейчас будет дело непростое. Мы попробуем быстро пробежаться по его значку. Вот, Олег Нестеров. Переходим на его аккаунт. Видим все его видео. Главная страница и канал закрытый. То есть я не могу посмотреть, человек у нас подписан, не подписан на канал. Так что, Олег, дружище, извиняй. Все, сбрасываем Олега. Олег у нас не считается победителем. Повторяем попытку. Так мы будем делать, пока не будет человек, где мы сможем убедиться, что он подписчик. Вячеслав Алексеев. Александр, спасибо за обзор. А данный спиннинг подойдет для морской рыбалки. Давайте смотрим. Вячеслав Алексеев. Да, нелегкая эта работа. Но что поделаешь, таков путь. Вячеслав Алексеев. Я спасибо за обзор. А данный спиннинг пойдет для морской рыбалки. Переходим. Вот. Подписки. У человека открытый аккаунт. Смотрим, является ли он подписчиком моего канала. Ну, все, со второго раза мы видим, что у человека открытый аккаунт, он является подписчиком моего канала, вопросов никаких не возникает. Вячеслав Алексеев объявляется победителем данного спиннинга. Ну, поздравляем тебя, дружище, поздравляем. Вот, все ровно, все по-честному, как бы сказать. Вот, ну... Что теперь хочу сказать, уважаемые зрители. Все, в принципе, у нас получилось. Все я сказал. Вячеслав у нас посмотрит. Все там увидит, узнает. Инструкции для дальнейших действий я уже сказал. Ну, а так как до Нового года остается уже, грубо говоря, меньше 9 часов у нас на Дальнем Востоке. И Дальний Восток у нас, как бы сказать, первый начнет праздновать состояние Нового года. И я традиционно, уважаемые зрители, хочу еще раз поздравить вас, пожелать всего-всего наилучшего в новом году, крепкого здоровья, здоровья вашим близким, вам, счастья, семейного благополучия, ну и, конечно, побольше стабильности в нашей стране и всем только добра, уважаемые зрители. Ну, а я традиционно, конечно, за это дело подниму 100 грамм и выпью за ваше здоровье, уважаемые зрители. Ой, хорошо идет. Ой, хорошо. Что-то я не понял. Надо еще раз по-бырому повторить. Кто-то меня просил, говорит, там из подписчиков дегустация икры будет. Видите, она прям происходит прямо сейчас. Как говорится, между первой и второй промежуток небольшой. Еще раз, уважаемые зрители, за вас.
Обалденно. Чего и вам, уважаемые зрители, желаю. Как говорится, на цвет и вкус. И еще, как говорится, у каждого в пенале, у всех фломастеры разного цвета. Ну, а мое видео, уважаемые зрители, подходит к концу. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. До свидания, уважаемые зрители. До новых встреч в следующем году.